Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Кудрабула Трудяна Юрусланна. Ведется запись на ТВ. Тебе что, это программа ускорения поставили, что ли? Ольга Сергеевна, это вы, спрашиваю? Я. Звони по поводу договора вашей просроченной задолженности микрофинансовой компании «Веритас». Заключали договор на сайте «Е-заем» от 18 сентября 2019 года. Это 19 дней. Просрочка по номеру договора 390-679-6008. Возникла у вас задолженность 7 января 2020 года. Требования кредитора выставляют к оплате до 7 мая. Оплата гарантируется на 72 504 рубля 33 копейки. Состояние на 30 апреля 2020 года. То, что такая трындычиха, я ни слова Ольга Сергеевна, не поняла. Осуществить теперь оплату, все заново вы и медленно. Успокойтесь, Ольга Сергеевна. Ой, я не заново и медленно. Просто вас не намерена решать конструктивный диалог. Не готова, я фиксирую тогда, чтобы понять все оплаты. Класс. И посмотрите в уголок. Алло. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Меня зовут Кудрабула Трудяна Юрусланна, ведется запись разговора. Слушаю. Алло. Как вам обращаться? Ольга Сергеевна. Да. Звоню вам по договору вашей просроченной задолженности. Меня зовут Кудрабула Трудяна Юрусланна, ведется запись разговора. Микрокредитной компании «Макро» по номеру 238-001-7007 от 14 декабря 2019 года. У вас по 13 дней просрочка актуальная, которая возникла 13 января 2020 года. Сумма долга у вас составляет 72 855 рублей 87 копеек. Состояние на 30 апреля 2020 года. Предоставить его требования к оплате вашей задолженности на данный момент... С вами все в порядке? Вот я фартанула, Ольга Сергеевна, да? Васильева, успокойтесь, ради бога. Вы не отсмеяли еще свое, я так понимаю. Фиксирую опять уклонение от оплаты, халатные, безразличные отношения. Это запись? Это запись. Вы прячете нас, потерял ваше дело. Будет он ха-ха. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здорово. Олеся Федоровна? Да. Меня зовут Хохайнина Елизавета Сергеевна. Это Каджет Майк, микрофинанс, бренд «Лига денег». Бренд? Смешно? Уже смешно. Так. Да? А фамилия смешная? Вообще херовая у тебя фамилия. Наржать тянет. Да? Да. А у вас? А у меня клевая. Клевая? Не-не. Понятно. Ты по фамилии позвонила поговорить? Про задолженность. А-а-а! Денег хочешь? Ага. А кто их не хочет? Все хотят. Ну, я вам не миллионерша. Все звонят, все просят, и просят, и просят. Так, а вы зачем? Вы на что брали займ? Я брала займ, я же брала. Если я брала, значит, на личные нужды. А на что? Ну, может быть, я ходила в какой-нибудь салон красоты. Там сумма-то какая? А, или в ресторан, да? Ресторан. 40 тысяч, нормальная такая, ну, не, приличная. Не-не-не, это салон красоты, точно. Нет? Угу. А, понятно, все 40 тысяч потратили, да, там? Ну да, все. А на сдачу, как обычно, у меня такая традиция. Бусики. Бусики покупаю на сдачу. Угу. Понятно. Что делать будем? Вы работаете? Да, сейчас такая ситуация. Кто ее знает? Работаю, не работаю. Все бывает в жизни. Понятно. Это да. Вы ходите на работу или нет? Эх, как настроение у меня. Тоже по-всякому. Да? Да. А сегодня я смотрю, у вас хорошее настроение. На работе? Я? Не скажу. Работаете, да?
Не скажу. Не скажете? Нет. А почему? Я никому не расскажу. Я вам не верю. Ну, расскажите. Нет, вот вашей компании, Joy Money, это сборище таких негодяев. Рассказывать ничего не буду. А почему? Вот я и думаю, ну как вот вы могли стать такими негодяями? А почему? Что почему? Почему вы негодяи? Ну, возможно, вас так учат делать. Возможно, вы просто такими... Не, родились-то нормальными, но жизнь вас била так, ну, недолюбливали вас. И что вы решили, что теперь на всех будете возмещать зло и мстить из-за того, да? что люди вас не любят. Но быть гадкими – это нехорошо. А про себя что можете сказать? Значит, слушайте, я великолепная, очаровательная, доброжелательная, умная, в общем, королевна. Королевна, да? Да. Понятно. Вы все зафиксировали про меня? Чем занимаетесь? Занимаюсь чем? Ну как, своей красотой, да. Хобби занимаюсь. Подрабатываю экологистом. Так, что я еще стихи пишу. Угу. Танцую, такая пою. Такая сторонняя личность. Я, да. Картины делаю. Угу. В салоны красоты хожу, бассейн посещаю. Угу. Прекрасно, прекрасно. Да. Очень насыщенная жизнь. Ну что же мне молодой и красивый скучать-то? Одинокая? Одинокая может быть только ветка сирени. А я? Я не скажу. А вы свободная? Слушайте, я это там... Вы что ко мне там это, девушка? Вы меня не пугаете своими вопросами. Я женщина, это, не, вот, идите к мужикам или к другим женщинам. Я мужчин люблю. Понятно. Вот свой маник какой-то, у вас какие-то там лесбийские наклонности. Я вас боюсь еще больше. Олеся Федоровна, будете оплачивать или нет? Да нет, конечно. Да, почему? Как почему? Смешные вообще. Не хотите? Нет. А что так? А у меня другие жизненные цели и планы. Вам могу только по одной системе оплатить. Хотите, черкашами получите. По как? Больше никак. Вот такая смешная. Я бываю строгая. Да? Угу. Вам просто повезло. Строгая? Да. Это прикольно. Это очень хорошо, что мне повезло. Угу. И вы. Я даже не думала, что с Joy Money может состояться такой разговор. Интересно, что же дальше будет? Верно, сейчас будет ежесекундный прозвон. Да? А у меня программка. Ну, может быть, потом еще пообщаемся, если захотите. А у меня на вас программка, можете со мной не играться. А потом вы начнете звонить. Какая программка? Хорошая, которая вас жрает. Да, Олеся Федоровна, отдыхайте, занимайтесь сами хобби. Угу. Угу. Что-то вы хитрая какая-то. До свидания. Пока-пока. До свидания. До свидания. Да. Слушаем ваше внимание. Говор записан. Алло, здравствуйте. Привет. Займига, компания Анастасия Жумаев, руководитель отдела взыскания. Ого! Марина Андреевна. Бот, Марина звонит. Андреевна, да? Я, да. Алла, еще раз. Я говорю, что да-да, это я. Ага, Марина Андреевна, помните, вы 19.02.2020 взяли займ
Вот. И забыли оплатить. Проблема? Проблема? Да я не помню даже, что вчера было. А вы мне про февраль говорите. Еще раз, что вы говорите? Ой, босса больной, глуховатенький, да? Так лорд не хотел... Марина Андреевна, в общем, смотрите, Советская 5, где проживаете, скажите, пожалуйста? Я где проживаю? Не знаю. Где там вы работаете? Не помню. Не помните, да? Ага. Хорошо, Марина Андреевна, ладно, до свидания, мы поняли вас. До свидания. Пока. Алло? Да. Здравствуйте. Ирина Андреевна. Меня зовут Регина, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. По кредит на вашей карте 22-й день просроченной задолженности. 5100 рублей у вас выплат на сегодняшний день. Вопрос оплаты решается? Так. Вот звонила до вас Ольга. Я ей в игровой форме сделала замечание. Она не поняла. Звонит второй сотрудник. Опять же, полностью не представляется, должность не называет. Регина теперь. Вы, девочки, там в себе нет? Вы представляете банковскую организацию? Почему вы так себя ведете? Называем фамилию, имя, отчество? Если вам нужна моя фамилия, имя, отчество, пожалуйста, Валиулова Регина Рустамовна. Да вы, прежде всего, наверное, должны сами как бы себя уважать и представляться так, как соответствует представителю банка. Это, подожди, ты должность не назвала, а уже указание остается. Ирина Андреевна, остаёшь. Мы с вами на «ты» не разговаривали. К сожалению, нам с вами не удалось договориться. А зачем убегаем-то? Чего такие нервные-то и нежные? Ирина Андреевна. А? Ну, давай, пока. Здравствуйте. Ольга Банка, департамент по рабочей просроченной задолженности. Почему смеетесь на рабочем месте? А Марина Андреевна? Я-то. Вы? Да. Угу. У вас? Смотрите, было очень весело перед началом взаимодействия. Что за поведение на рабочем месте? Что, простите? Непонятно, да, я изъясняюсь. Кто вас там веселит? Ваша займа. Ну, при чем тут я? Я же не отношусь до вашего займа. Ну, вот по-моему, это... смеетесь вы, а не я. Ну, при чем здесь я? Мы сейчас говорим о вас. Ах, вон как. Приведите всех в порядок, попейте водички, посмотрите в зеркало, просмейтесь, в конце концов, перезвоните позже.